Ты где? А давай, найди меня, найди меня. Это ты? Ты, да. Иди сюда. Аааа! Что это был не я? Так, я понял, я... Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон Жека Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем возобновлять нашу рубрику «Троллинг ютуберами в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет, и поставьте побольше лайков, чтобы новая серия вышла побыстрее, потому что мы очень давно не снимали эту рубрику. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, также вы поддержите нас своими приятными комментиками и подписочками на канал. Ну а мы будем начинать, приятного вам просмотра. Ну шо? Давайте, короче, на УЕФА сначала. Так, я тяну. Еще не бой. Я тяну. Давай. Тяну, что выпало? Красное, твою мать. Так, Игорь, давай, прячемся. Давай. Какие до 15? Не до 15. 6, 7. 8, ты сумасшедший, ёб твою, какие 15? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я иду искать. У неё? Ну ты, конечно, можешь идти искать, но это тебе не поможет. На самом деле, вот вы говоришь, 15 секунд, типа, это мало, да? Нифига, я вас не найду никогда в жизни. Я, короче, знаете, я все продумал. Я, короче, буду вести себя как настоящий этот житель. Я делаю... А ну, Игорь, можешь присесть? Присаживаюсь. Пошел в жопу! А можешь на shift понажимать несколько раз? Я боюсь меня Жека. Да, пусть он понажимает, пусть понажимает. Игорь, я тебя разочарую, у тебя гейммод, мне кажется. Да? Да как я это понял? Не скажу. Я понял. Я понял. А как ты понял, что это я? Потому что я видел, как ты на шип нажимал, такой тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Вот, поэтому. Да, вы типа так в пол вваливаетесь, я видел. Нет, ты ничего не знаешь, ты ничего не видел. Да, Жека, ты нас не. Ты ничего не видел! Да блин, вы вообще, конечно, молодцы, издеваетесь, но я нас вообще-то бегаю и вообще не могу понять, где вы. Ты нас никогда не. Ты нас не найдёшь. Тут слишком много NPC, я ни хрена не понимаю. Ну все, тогда все. Ты должен быть как психолог, понимаешь? Я психолог, быть. Так. Только не клацать и... правой кнопкой мышки. Чтоб не унизнавать. Я понял. Не, на самом деле, не делай. Не, так не считается. И не толкать можно. Толкать можно, но я не клацаю. Да. Ты вообще видишь его Эдисона или нет? Не, я его не вижу. Понятно, то есть я даже где-то не рядом с вами вышел. Чё за туса у нас тут? Да нет, ну это подсказок, Эдисон. Нету, ничего нету, Жека, тут ничего нету, успокойся. Ты ничего не слышал. Нет! Уши! Закрой уши! Тут NPC сам на shift нажимал, вы прикиньте? Жека, а ты можешь превратиться в себя? Может, это мы были. Это я вообще нажимал. Жека! А, чё? Ты можешь в себя превратиться? Я как бы, я и есть. Ты есть. А, нет, я не ей. Ну вот именно! Ага! Так, хорошо, я превратился в себя. Давай. Блин, ребят, я вас буду искать минут 20 нахрен. Я вообще тут столько NPC. Такая нам разница, Игорь. Да, это уже не наша проблема, понимаешь? Понимаю, Игорь, я буду подсматривать, идет он, не идет. Да, давай, Эдисон, давай. Да, я выглядываю из-за угла. Караулю. Так, вроде никого нету. Никого. Да? Уверены? Игорь, никого. Вроде. На фронте все чисто. Посмотри меня, я тебя потерял. Эдисон. Дай. Вот я! Я понял. Игорь, если шо, у нас секретный план, иди сюда. Я заколебался. Если у нас запалит, суицидуемся, понимаешь? Суицидуемся, да? Так, подождите, я не понимаю, куда мне идти? Вот подскажите мне. Ну, назад, тебе надо назад идти, в противоположной стороне. У меня большие проблемы, ребята. Я никого из вас не вижу. Противоположной стороне. Смотришь. Так, да, вот туда, прямо, да. Да, так, ага. Прямо и сейчас направо чуть-чуть. Да, конечно, ага. Давай, Жека, ты должен... Игорь, ты где? Я тебя потерял, Игорь! Да я там же, Эдисон, вот, смотри, что вы издеваетесь? Это пипец просто. Предлагаю, у нас будет отдельная серия, чтобы только один человек искал кого-то. Как в этой серии. Ага, нормально. Да, Эдисон, прикольно. А, чё, на голову тут упал, смотри. Бегает.
тут один на ты, ты чё их всех там скидываешь, Низ, ты чё их рипаешь? Ага. Я сам как бы тут застрял немножечко, ну да ладно. Смотри, убиваю всех, ты смотри там сколько ников внизу. Так. Где? Я тебя потерял, Игорь! Все на месте, все на месте. Понимаешь, у меня даже ты меня теряешь, то есть это все хорошо. Это все нормально. Я эволюционировал, Все попло. Искусственный интеллект, искусственный просто. Так, вы меня напрягаете, давай, господа, я что-то не могу понять. Игорь, выйдем на охоту, как ты думаешь? Давай, мне кажется, тоже, да, потому что. Ну, но если что, наш план ты знаешь, да? Да, если что-то, рипаться, суицидоваться. Ты где, ты где? Игорь! Тихо, Эдисон, тихо, вот. Так, пошли. Игорь, как НПС, понимаешь, должны передвигаться. Спалились! Ну шо, Игорь? Все, теперь вы будете мучиться. Я стану первый. Бежим! Вот ты паскуда! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну шо, заразы? Нет, тут большие проблемы, Игорь. Тут большие проблемы, понимаешь? Какие проблемы? Ты забыл превратиться? Огромные проблемы. Какие проблемы? У меня огромные проблемы. А ну рассказывайте. Я не знаю, что мне делать, помогите. В смысле? Да ничего, не важно. Дурак, да, скажи. Игорь, у меня огромные проблемы, понимаешь, ты меня должен спасти. Чё тут, ты что быкуешь тут? Быкуешь. Чего? Ты в себя превратился там? Да, я в себя, все нормально, не переживай. Не переживай. Ты понимаешь, если он когда-то сложит, тут столько NPC, что это просто жесть. Да, я тут всех буду сталкивать, если что. Я этого сталкиваю, того сталкиваю. Их нельзя взять, их нужно выдать. Давай, выдавайте. Давай я буду так делать, мяу! Я должен понять, да? Ну да, давай, мяу-мяу. Пошёл нахрен! Толкаю, он стоит на месте такой, ничего не делает. Так! Как ты ж падла, спалил меня. Все залагало. Залагало. Так, сейчас что самое главное. Ты должен мне помогать. Эдисон, давай, мочи всех, давай, Эдисон, вали. Ах ты ж паскуда. Ты что, ты его чё? Нашёл, ты его да, он меня видит. Я Эдисон это вижу, но как бы он меня нет. Так, стоп, Эдисон, где ты? Давай. Я в яме. Он где-то так, тут. Ты в яме, хорошо, значит. Эр! Эр! Мяу, Эдисон, мяу. Ты дебил! Сорян. Я сейчас опять залагаю, ёкарный бабай. Сорян, ну ты просто под раздачу попал. Давай, мяу-мяу, затащи меня, мяу. Ага, значит он был где-то вот там. Он возле ямы где-то, Жека. Ну сейчас другая подсказка, я видел Жеку. Где? Подожди. Мне кажется, да, он точно в яме. Точно. Не подсказывай, во-первых, во-вторых. Ну я как бы понял, да, то что ты в яме, потому что сейчас все будет. В смысле не подсказывай, не понял. Можно подсказку снизить, мы видим в команде. Вот именно как бы. Он за меня! А! Нашел! Где? Где он был? Вот тут стоял, вот тут! Он пихает, такой думает, сейчас я их расставлю. Короче, я же понимаю, что нужно ходить. Ну я все равно почувствовал подставу какую-то. А в общем, Игорь, твоя очередь. Да, моя очередь, да. Только вы что же мне помогать, как я вам, да? Да, и на самом деле мы поняли, что нужно карту делать немножко поменьше все-таки. Игорь, ты можешь, в принципе, там уже это считать. Давайте, я считаю. Какие считать, подождите! Беги! Жека! Куда? Я не знаю, ты где? Я не знаю! 8, 9, а я тебя вижу! Я тебя вижу с тобой! Забыл, шо после 9. 10 вроде 10. Как я знаю, вроде 10. Да, вроде бы так. С этим я соглашусь, пожалуй. 14, ну 15 я иду искать. Все, хана вам, хана вам, так. А чё хана, Ну ты подожди как бы. Так, мне кажется, у вас два хэппи-лайма должно быть, да? Да, возможно. У нас два хэппи-лайма, да. Так, вот этот вот направлен чувак стоит, я просто их буду сталкивать, кого не понимаю. Да, вот ты полетел. Это да, это все логично, все логично. Жека, ты где? Все полетели, все полетели. Ты, я за тобой бежал, Эдисон, ты от меня убежал. Я сам себя, из себя. Жека, стой на месте. Ну? Подпрыгни.
Не хочу. Не. На shift нажми. Не хочу. Да нажми, чтоб я понял, что это ты или не ты. Не хочу. Не хочу. Так, подожди. Ну. А, это не ты. Я знаю, кто ты. А теперь ты тоже так сделай. Я вот сзади тебя. Я сзади где-то. Где сзади? Жека, тихо, смотри. Жека. Так, минус Жека. Один полетел, так же. Жека. Вот, так, смотри. Летит, смотри, давай. Смотри. Жека, вот я на шифте танцую. А, это ты. Привет. Тихо, так. Ну, что, тут происходит? Проблема была, понимаешь, он вот тут вот стоял, и ты говоришь мне на шифт нажать. Ах, Игорь. Так, кажется, я не понимаю, что вы делаете? Что мне кажется, происходит? Игорь скрывает свое настоящее имя, он двоеки. Двоеки. Ты дурак, что ли? Вы меня видели или нет, я не могу понять. Да, мы видели. Я видел двоеки. Мы видели все. Да, двоеки я тоже видел. Где вы? Ничего не делаем. Жека, стоим тут, и он нас не запалит никогда в жизни. Да? Да, я уверен. Хорошо. А еще лучше, иди сюда. Куда? Ты где? А давай, найди меня. Это ты? Ты, да. Иди сюда, вот. АААА! Смешно, это был не я. Так, я понял. Не, пацаны, я с начала игры играл с полсердечка. Потому что тут ХП не регенится, Эдисон, ну блин, упал. Так, я всех скидываю. Сейчас просто НПС и кончится, я вас найду. Все, ну я... Хорошо. Лагает! Это было очень смешно, это было прям капец как сильно смешно. Твою мать! Ай-яй-яй! Я просто бежал! А я смотрю, короче, он что-то такой стоит один такой. Бежал, остановился такой, типа, нет. Я испугался, как будто я полицейский с дубинкой. Ты вообще-то стоять должен, Жека, а не бежать, понимаешь? Я просто бегал, потому что меня заколебалось. Не, ну это реально выглядело так, короче, понял, у меня рейд по наркоманам, и Жека понял, у меня килограмм наркотиков в кармане, он так останавливается, такой, нет, это не я. А где я спрятался, Так, подожди. Ты как бы умер? На, меня не нашли. Ну ты умер. Ну так нечестно. В смысле нечестно? Меня не нашли. Ну ты упал. Я не вниз упал, а просто одного блока стукнулся. У меня пол. Ты умер. У меня пол сердечка было, я не виноват. Ну, виноват, что не регенится. Как мне регенится? Давай, Жека ищем, только ты с Жекой сделайся. Да, ну блин, ну ладно, хорошо, давай, конечно, найдем, но... Ай-яй-яй-яй! Дебил, ты придурок совсем! Вы издеваетесь, вот ты второй раз уже! Ты на меня смотришь, говоришь, пойдем искать! Я превращаюсь в себя, чтобы тебе было удобнее, да, на меня смотреть? И ты меня убиваешь, это еще что-то такое. Я думал, как-то ты превратился незаметно, а потом еще начал превращаться. Такой, думаю, что вообще происходит? Ты добил совсем, кончили. Хорошо, а где был Эдисон последний раз, ты знаешь? Что у них там за туса возле вертолета, не понимаю. Послушай, я открываю на вас охоту, если что. Открываешь охоту? Да, я открываю. Игорь, я к тебе ТПшнусь, а то у меня тут проблемы. ТПшнусь к Эдисону, скажи, где. Где я поймал? Игорь вот на желтом блоке стоит. Ах ты ж говно, где ты? Так. Надо, знаешь что, спихивай всех, короче, понял? Давай, просто всех убиваем. Да, просто сдохни! И ты тоже сдохни! Дебил, что ли? Ты что, вообще с ума сошли, а? Вот этот ночь какой-то странный, он тоже всех спихивать пошел. Ну, это вот у тебя подальше. Так. Мне... Ааа! Он меня убил! В смысле, где? У меня Эдисон убил, он... Так, сейчас я тебе скажу. Их Эдисон так вообще нельзя делать. Где он? Да я просто, я палюсь, я все палюсь. У меня просто меч завалялся. Не, я его убил? Трех хп, я сдаюсь, руки за голову. Я сдаюсь. Я сдаюсь, пацаны. Убил! Все, руки за голову! Он из одного удара убивает! Руки за голову! Я сдаюсь, пацаны, я больше не буду! Что это за фигня? Я больше не буду, руки за головой! У меня Майнкрафт залагит, понимаете? Мне нужно запись выключать и включать, не надо мне, хватит убивать! Все, руки за головой, руки за головой! Где ты вообще? Я не понимаю! Тепло! Ой, как! Тепло было! А это ты дебил, не бей меня! Я давай, все, давай. Я больше не играю, у меня руки за головой. Бей всех!
Я не понимаю вообще. Я всех бью, я всех абсолютно бью всех. Так, стоп, вот он. Давай, чуть-чуть. Я тебя бил, ты у меня тоже залагиваешь. Я случайно. Ура, я его убил. Ура! Ура! Победи. Опа. В общем, мне кажется, на этом реально можно заканчивать, ребята. Если вы хотите продолжение троллинг ютуберами, то обязательно ставьте огромный палец вверх на все наши 3 видоса. Обещаем то, что новая серия выйдет как можно скорее. И нужно еще также писать комментарии. И еще нужно что делать, Игорь? Подписаться на канал и нажимать на колокольчики. Нажимайте на колокольчики. Всем пока. До свидос. Паскуда. Я сюда!